Опыт зарубежных специалистов перенимают шымкентские аграрии. Десятки новых органических и азотосодержащих удобрений, привезенных из Швейцарии, зарубежные специалисты предложили внедрить в сельское хозяйство Юга. Они применяют органические минеральные, органико-минеральные удобрения, которые нацелены на повышение качества продуктов, конечных продуктов, то есть фруктов, овощей и улучшение вот самого растения. Я вот на зерне могу конкретный пример показать. Сейчас вот среднестатистические данные по Казахстану — это максимум 1,5 тонны с 1 гектара забирают наши зерновики. Благодаря этим удобрениям, применение удобрений позволяет повысить и количество вот этих зерен, получается, и само качество зерна. И повышает в итоге с 1 гектара урожайность до 2,5–3 тонн. Такие показатели очень обрадовали местных аграриев. Ведь, по словам самих растеневодов, в области полно истощенных земель, которым просто необходимо удобрение. Сельскохозяйственник Консиит Кенисали уже более 40 лет занимается растеневодством. Мужчина уверяет, что швейцарская технология удобрения уникальна, ведь она идеально подходит как для овощей и фруктов, так и для зерновых и масличных культур. Удобрения, которые представили нам сегодня, действуют на многие растения. Удобно, что удобрение идет через орошение земли, то есть нам не придется покупать технику или нанимать дополнительно людей. Южноказахстанские фермеры пришли к выводу уже грядущим летом попробовать швейцарские технологии в сельском хозяйстве области, что положительно должно сказаться и на экологии. Ксения Поленица, Антон Семенов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».